На нашем турнире впервые участвует Федерация русского рукопашного боя среди спецслужб под эгидой «Выпил». Вот, они решили выступить на этом турнире для того, чтобы получить опыт, знания. Руки не отдай, шею не отдай. Гарпу гони. Ноги зацепил. Так, после этой схватки категории абсолютно 90+ приглашаются Пахомов Александр и Куцин Антон. После них Филоненко Дмитрий и Федотов Александр. Потом Силаев Максим, Воробьев Максим, Гурьянов Михаил и Быков Иван. Аккуратнее рука, аккуратнее. Ребята, аккуратнее с рукой. Смотри на него. За шею прихвати его, прихвати, молодец. Растягивай. В этом бою, в этой схватке победил Воробьев Максим, удушающий. Поздравляю.